Вот столько красоты прилетело вчера ночью, поздней ночью от тещи, за что и огромное спасибо. Самых разных сортов гортензии. Но, конечно, самое любимое это вот это. Сейчас она сушится в специальной термокамере, сделанной своими руками. Но эта гортензия просто красавица. Она крупная, на лепесток находит. Поэтому с ней не пожалел специальный состав, специальный слой. Здесь он уже не белый, а черный. Вот. Дорогущий, зараза, что тут сказать. Но оно того стоит, потому что, опять же, это не только для наших людей. Это пойдет все в Индонезию, так называемый корейский стиль. Так что вот такая красота сегодня. Мастерской уже прохладно, я ее почти что заморозил, хотя я еще с сибирской принятым не закончил работать. Но вот тут вот, как говорится, жертвую здоровьем, задыхаясь, но творю, что называется. Также мне вот люди приносят еще вот такая вот гортензия. Но она не особо, потому что, как видно, лепестки разделены, а тут только на композицию, так вот отдельно муторно с ней заниматься. Вот я на ней тестировал различные покрытия, серебро, роди, что только не тестировал. Вот. Здесь же много-много-много-много никандры. Буду пробовать из нее скелетоны делать. Очень интересно просто, что получится. Надеюсь, успею в этом сезоне. Уж она красавица фактурная. Физалисы вообще нервно уже курят сторонки. Хотя, кому интересно, скоро будут физалисы на руках. Вот. Тут еще вот записались, понимаешь, черепушки. Львиный зев. Пугающие и обаяющие. Зараза, не фокусируется. Ну вот, в общем. О, задыхаюсь. Вот тут тоже тестировал новое покрытие. Гортензия такого формата. Сам шит. Давно с ним не работал. Тут вот розы ждут своего часа отправки в Индонезию. Сначала обработки, естественно. Ну вот это вот тоже интересная гортензия. Почти лепесточек к лепестку, но она маленькая. Вот на композиции прямо, ну, сама природа велела мне это сделать. Так что вот. На сегодня все новости. А вот тоже крупная тестирую пока. Такая вот красавица. Много было бы цветочков, жалко даже. Но вот не успела она в этом году. У всех я вижу так почти что. Так что вот, работаем дальше.